Сейчас, Андрей, я захватываю точку и встаю вот сюда, вот перед островом. Союзники, захватываем точку. И? Дымами сейчас тебя прикрою. Не, про, не и, а просто дымами прикрою. Я вообще назад собрался уходить. Молодец. Петропавловска увидел? Нет, вон есть Наполи. Ну, в Пете тоже можно пострелять, почему нет? Да-да-да. Вон, Шерман. План капкан мой, блядь, не удался, нахуй. А тут еще и Шима. Да-да-да, вообще охуительно, блядь. Блядь, мне как всегда ломает. Движки у нее вылетели. У меня тоже. Торпед не похавать, ё-моё, их целая куча идет. Блять, еще авик, что ли? Успею ее отвернуть, интересно. Или сдохну я в этих торпедах. Блять, да кто ж меня сейчас гапом-то опять светит? На поле, что ли? Шерман. На поле нет гапа. А, Шерман, точно. Работаю. Давай, мне кают, блять. Блять, отделался. Я ему торпеду сломал. Да, чё, хорошо, конечно, что сломал. Нахуй, я больше точки, блядь, захватывать вообще в принципе не буду, блядь. Это как приманка, полностью. Блядь, как метка, блядь, да? На лоб. Рули сломал ему. Да вот убили бы его, его прям благодать бы была. О, максовский. Нет, слава. Слава. Он там в остров врезался. Так, а и кто он следом идет? Шима, наверное. Либо Наполи. Шима, либо Наполи, да. А он у тебя в дальность собран, Рагнар? Сколько у него там? 16 или 17 километров? 15,7. Что-то мало, по-моему. Да, это в дальности. В перезарядку и дальность. Не достал я РЛСом. Блять, надо отворачиваться. Ой, блять, еще и торпеды. Ой, блядь, сколько много. Я сейчас опять, да? Как всегда. Да, да, как, да. Все как я люблю. У нас в клане два любителя. Ты да я. Да, мы с тобой. А, это Наполи, ни хрена себе. Надо, 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 надо как-то смочь. Союзники, передаю координаты важной цели. Сейчас Наполи же с ПМК прям нормально, да? Да, если вы видите, да, да. Да, прям вот они пошли. А сначала 20 косарей, если вспоминаю. Бронебойки сначала ты всосал, он был. Гневом пытался. Не, чуть-чуть. На! Здорово, здорово, ребята, всем. Привет. Привет. Здорово, здорово. Катаете, да, там по полной, нагибаете рандом. Ну, в основном нас. Да ладно, давайте, соберитесь. Все, не буду мешать вам. Давайте, давайте. Давайте, руки. Давайте. Кто это был? Это Баракуда, Рома. А. Который с Крыма. С Крыма, да. Угу. Пецка надо добрать бы. Ты за островом, как ты его доберешь? Вот ты странно так играешь, у тебя почему-то... Слава одна... перед ним стоит. У тебя башня стреляет почему-то одна. Слава перед ним не стоит, он для нее за островом. А, он вон за тем островом. Вообще, Рагнар, на самом деле очень мощная штука, если стреляют две башни. Я стреляю, стараюсь двумя башнями стрелять. Пиздец, опять торпеды для Курфа, ёб твою мать.
чё? Две штуки всосал, ну ему капец, блядь. По Монтане лучше постреляй. Да, сейчас. Или ты по Североморску. И вот на поле сейчас открылся. Да вон уже Монтана открылась. В остров. Угу. Добирай Монтану, ты что делаешь? Блин. Монтана горела же. Ну да, посмотри на нее только. Так, у нас там К1 трэшер они могут забрать. Тоже хорошо. Блять, авианосец долбоёб, блять. Вот куда ты полез? Команда противника получила преимущество. Да прости меня, господи, блять. Надо тебе было влево идти, Андрей, а не вправо. Противника близка к победе. Да, блять, показывает, что перекидывает, и не перекидывает. О, перекинул. Блять, летит этот уебок. Думал, с Монтаной помогу тебе. Жище, сука, подожгет меня. Ну да. Поджог, и Монтана сейчас меня заберет, ты не горишь ты ни хрена, что ты в башню ему попадаешь. Ремка у него была. А вот сейчас будешь нормально ему пробивать, вот тебе и пожар. Чуть-чуть вперед сместись и пониже.
чтобы второй пожар на него посадить ближе к первым башням. Во, тут сюда. Во. Все, он так же горит. Детон, ура. Медленно, конечно. Рагнар-то медленный. Угу. Да нормально. Да, не судьба, конечно, нам победить. Еще боек? Нет, все, пойду время. Да ладно, давай, что-то победный же бой нужен. Ладно, блин. О, кто на первом месте? Молодец, на первом месте.